Императрица Елизавета Петровна. Самая популярная кулинарная история, связанная с ней, предполагает, дескать, отправила она молодых людей на берега Сены учиться разным наукам, в том числе и кулинарии. И они, вернувшись, удивили земляков котлетками. Да и валяй! Интересное название, легкое звучание, аппетитный вид. Здравствуйте, дорогие друзья! И о котлетах «Де валяй» и о их котлетных потомках сегодня в программе «Что есть». Существованию необычного блюда, открывшегося русским кулинарам во Франции, по одной версии мир обязан повару Николя Аперту, по другой – повару Чарльзу де Манье. Что, впрочем, не меняет сути – котлетки из мяса птицы. Так «Де валяй» приблизительно и переводится с французского. Удивительно нежные и сочные благодаря начинке, что и снискало им гастрономический успех. Однако после войны 1812 года, когда ко всему французскому отношение стало сдержанным, подобные котлетки переименовали в «Михайловские», поскольку подавались они в купеческом клубе неподалеку от Михайловского дворца. К слову, по мнению кулинарного историка Вильяма Похлебкина, там они и были придуманы, но их история послереволюционная была более чем скромной, пока об этих котлетах не вспомнили киевские повара. Котлеты из куриного филе с начинкой из сливочного масла и рубленной зелени, с косточкой и папильоткой на ней, дабы и руками можно было придерживать, были поданы на приеме одной из зарубежных делегаций. С той поры, хоть про косточки и папильотки вспоминается редко, это и есть классика жанра – котлеты по-киевски. И не знающие обязательного приема иностранцы, котлету сначала надо проткнуть вилкой, а уже потом стараться отрезать от нее кусочек. Говорят, по-прежнему вздрагивают застигнутые врасплох – метко направленной струйкой горячего масла. Котлетки любители пошалить, да и только. И пусть сейчас это уже, скорее всего, кулинарная байка, просто их любителей не становится меньше. Котлеты по-киевски – это очень вкусно. Котлеты по-киевски. Для начинки соединить тертый сыр, размягченное сливочное масло и рубленую зелень. Филе курицы основательно отбить, посолить и поперчить. Поместить начинку в филе, тщательно ее укрыть, сформировав котлетки. Можно подержать их в холодильнике минут 30. Далее обвалять котлетки в муке, потом окунуть во взбитое яйцо, затем обвалять в панировочных сухарях, быстро обжарить на сковороде до румяной корочки. Затем поместить в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 10. Ну а подавать, конечно, зеленью, с овощами или любым гарниром, который вам больше по душе. Приятного аппетита и отличного дня, в котором вам будет вкусно, интересно и комфортно. С вами была Жанна Соловьева. Удачи!